четвертом ЖЭСе устранить аварийную ситуацию могут за считанные минуты. Там первыми в Беларуси внедрили службу «Мобильный мастер». Работников по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, а таких специалистов в ЖЭСе 8 человек, обеспечили смартфонами с установленным приложением «Мобильный мастер». Работникам больше не нужно возвращаться в ЖЭС, чтобы получить заявку. Теперь информацию о необходимом ремонте работники получают от диспетчера напрямую на свои смартфоны. Также посредством мобильного телефона могут сообщить о процессе выполнения заявки или отметить, что она выполнена. Поступила заявочка на 115. В течение 5-6 минут получаем мы на свою диспетчерскую службу заявочку. И в таком же промежутке времени где-то подходит заявочка наша, принятая от жильцов, до мобильного мастера, до нашего. Все открывает, мобильный мастер смотрит, пришла заявка, он выходит сразу на эту заявку, не дожидаясь ни звонка нашего, ни приходя, ни забирая заявки у нас. И пошел выполнять ее. Служба «Мобильный мастер» работает в четвертом ЖЭСе с конца апреля. За это время работники по комплексному обслуживанию зданий и сооружений смогли оценить преимущества новой формы работы. По словам сотрудника службы Романа Уласика, работа с приложением «Мобильный мастер» позволяет рационально планировать свою работу. Аварийную ситуацию, как выход из строя канализации, водопровода, затопление квартиры, нужно ликвидировать моментально. На исполнение других неисправностей отводится от 1 до 7 дней. Легче распланировать, куда в первую очередь пойти, куда это. Более оперативно поступает информация именно до нас, до рабочих. Как отмечают в ЖКХ-комплекс, служба «Мобильный мастер» успешно справляется со своей главной задачей – оперативно выполнять заявки жильцов. Поэтому такую форму работы намерены развивать. В октябре 23 мобильных мастера начнут работать в 5-м и 6-м ЖЭСах, а также в центральной диспетчерской, специалисты которой устраняют неисправности и аварии в ночное время и в выходные и праздничные дни.